В 2013 году участники международной террористической организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» провели в Татарстане несколько акций экстремистского характера. Помимо этого, 27 сентября 2013 года на территории республики члены «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» провели акцию протеста, которая сопровождалась распространением листовок в мечетях, проведением одиночных пикетов под предлогом защиты прав мусульман, вывешиванием баннеров на мостах и путепроводах. По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Оперативники МВД Татарстана установили, что главными организаторами указанных акций являлись 39-летний Ильдар Шайхудинов, руководитель татарстанской ячейки «Хизбут-Тахрир», 37-летний Азат Хасанов, руководитель казанской ячейки «Хизбут-Тахрир», ранее 5 раз судим, а также 63-летний Ильмир Имаев, участник «Хизбут-Тахрир». Структурой организации он исполнял обязанности независимого корреспондента, подвергая в сети интернет резкой критике деятельность силовых структур и руководства республики и страны. Еще двое участников организации, 32-летний Ленар Галимов и 35-летний Рустам Ахмедов, объявлены в розыск. Решение Верховного суда Российской Федерации от 14 февраля 2013 года партии «Исламское освобождение» «Хизбут-Тахрир аль-Ислами» признана террористической организацией. Ее деятельность на территории России запрещена. Согласно решению суда, указанная организация имеет целью устранение неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания всемирного исламского халифата, первоначально в регионах с преимущественно мусульманским населением, включая Россию и страны СНГ.